Его книги написаны в блестящем стиле, и потому и восхищались миллионы читателей. Немецкий христианский апологет Фридрих Бетекс получил широкое образование. Он изучал математику, историю искусств, естествознание. Он долгое время был учителем в Шотландии, затем в Германии. Его книга «Естествознание и христианство» выдержала несколько изданий и была переведена на многие европейские языки, в том числе на русский. Последние годы жизни Бетекса прошли в Альмасдорфе у Боденского озера. Умер христианский писатель в 1915 году в возрасте 78 лет. И вот одна из цитат от Фредерика Бетекса. «Библия – дерево, через величественную, всегда зеленеющую вершину которого то тихо веют, то могуче шумят небесные духовные ветры. Дерево с плодами, приносящими отравленному грехом человеку исцеление, силу, здоровье и вечную жизнь». Фредерик Бетекс.